На базе Темиртауского политехнического колледжа прошел региональный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Караганда-2022. Целью чемпионата является повышение статуса и популяризация рабочих профессий среди молодежи. Мероприятие такого формата в городе прошло впервые. На базе колледжа областной конкурс прошел по компетенции сухое строительство и штукатурные работы. В нем приняли участие студенты из 5 колледжей региона. Соревнования состоят из 4 модулей. Первый – конструирование, второй – шпаклевание стен, следующий модуль – установка молдингов. На последнем этапе каждый участник сам придумает, что еще хочет сделать. Всего дается 18 часов. Те, кто покажет лучший результат, отправятся на республиканский чемпионат. Впервые в Темиртау была организована и презентационная площадка по компетенции лабораторный и химический анализ. Студентка Темиртауского политехнического колледжа выполнила все 4 модуля, разработанные согласно требованиям национального чемпионата. Сейчас у нас презентационная площадка, и поэтому презентационная площадка вообще предусматривает участие одного студента. То есть тут пока не оцениваются никакие еще, так сказать, оценочная характеристика такая еще не дается. Здесь показывается, демонстрируется, что студент умеет, что, какая база у нас в колледже, да, есть, что мы способны уже в будущем организовать у себя на нашей площадке уже региональный чемпионат. Всего в этом году региональный чемпионат прошел на 17 площадках на базе колледжа региона. Около 350 студентов соревновались по 52 компетенциям. Кристина Кириченко, Арман Абылхасымов, Александр Ломако. Новости Темиртау.